И встречаем. А у Майлу тоже есть активные прыжки за 50 метров. Так что ей по силам сегодня бороться за медаль. Смотрите, какой заход первый прекрасный. Ну, недостаточно далеко пока. Но первая бабка 47-60 и 10 сантиметров она пройдет. Посмотрим. Мэйлун, вторая попытка. Чуть позже правую точку выкатывается. Послушайте, как идет катер. Очень мощный был срез. Вправо притормаживает. Вот же заход начинает. А стоп! И это правильно. Очень велик был риск. Очень был велик риск получить травму. Как поздно, под 150 метров она срезается. Хотя не знаю, зачем это она делает, если бы его второй было поздно. Резче поворачивает. Куда контроль печка? Ну вот видите, позже, а толку меньше. Разложила усилия хуже. Соответственно, у нее давайте поаплодируем. Сейчас она будет стараться побороться за место. Посмотрим в Дамбрине. Хороший заход первый. И немного назад. Нет, недостаточно. Хорошо она прошла стол. О чем на чемпионате мира, поскольку необходимо прыгать в район. Итак, Реджина Джекобс возвращается. Она сегодня не уходит с нашего стадиона. Уже есть бронза в слаломе. Теперь мы ведем борьбу за трамплин. И вот она, вторая попытка Реджины. Вот, посмотрите, чуть плотнее, здесь отстать! Так! И это в районе 47 метров, я думаю, достаточно далеко. Yes, nice distance of 46.2 meters. А Реджина пытается улучшить свой результат 46 небольших метров, который ничего для нее сейчас пока не значит. Вот же начинает. Смотрите, ведь очень понимается, чуть резче зашла, и здесь не застанет. Comes Russia's Olga Kashitsina. Впереди еще две, мы ждем. Оля, мы с тобой. Скажите, Оля, что вы с нами. Вторая попытка Ольги Костышиной. Она выходит направо. И давайте поддержим ее. Правой ножкой стоит. Внимание! Забираем воздух. И... Ну почти. У нас почти получилось. Ну не знаю, очень хотелось сегодня в нашей стране. Ольга! И первая попытка Мария Матье, очень сильная прыгунья, 54-1. О, как поздно заходит, посмотрите. Стекла плечами. Неплохо. 48-60, 48 метров, 60 сантиметров. Первая попытка. Метров ровно. Но это позже, чем первая попытка, первая, как вы помните. Here she comes, jump number three, final attempt for the great Marion Mathieu. Red and white speed suit gleaming in the sunshine, matching the jump from kicking off the top. Как широко направо, очень смело. И такой агрессивный заход. Вот она, дорогая. Как ее разбила. Вот это было очень длинно.
37, это просто так, даже не разминочная попытка, это просто удачное приводнение. Начнется, здесь хорошо катит в правую сторону, поскольку ветер помогает. И здесь надо постоять спокойно, сконцентрироваться, повернуть лыжи поперек, набрать максимальную скорость и встать! Ох ты! И очень у нее это получилось, опять зацепил стол. Getting there, tremendous speed onto the ramp, but just wasn't able to control it to get. Итак, правую точку. Я не вижу, но, по-моему, так же, как и в предыдущий раз. Здесь просто очень грамотно надо разложиться и... Мама дорогая, руку, hands up. That's okay. That's okay. И спасатели немедленно. Немедленно. Плывут вот так. Well done. Well done to our rescue team. Look how quickly they got out there. Well done to... метров. 46 метров – это первая попытка Марии Вепронеецовой. He's come to this area at the commentary tower for a press conference immediately after, which we'd really appreciate it. Here comes Marie Vipranietseva. We're gonna die! 50 ровно, у нас два лидера. И вот вторая попытка направила самая успешная защита. Вот как резко растет. И здесь самая тоже будет. Вот как разбила, она рисковала. 47,5. Вы представляете, какую скорость она набрала перед тем, как... Посмотрим, откуда начнет. Чуть раньше. Значит, не хочет она так рисковать, чтобы просто более грамотно разложить. Этот срез на трамплин заходит плотно и плотно. Ох, не получилось. А какая скорость. Это кости, наверное. И вы что видели сами. 48 метров 70 сантиметров. Second last of the jumpers, personal best of 53.6. Only two more women on the water. Here comes Irina Turets from Belarus. Ирина на трамплине. Так, первые попытки. Под ботинки мы тоже прыгаем. 48.3. Дальше! Не хватает скорости, вопросов есть. Надо-то всего 1,5 метра на полетке! Погрязёнок. Но все равно поддерживаем Ира. Будем. Что-то как-то нервно у 150-метрового боя ведет себя Наталья. Давайте посмотрим, как она справится с исполнением. Первая попытка. Здравствуйте, мой!